Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вам представим видеообзор модных стрижек для обладательниц полного типа лица. Большинство современных трендов нового сезона вращается вокруг коротких стрижек. Почему-то обладательницы полного типа лица считают, что короткие стрижки им абсолютно не подходят. Однако на деле все оказывается далеко не так. И сегодня мы вам расскажем о том, какие же стрижки будут актуальны и подходящие в этом сезоне. Досмотрите видеообзор до конца и, может, даже присмотрите самую потрясающую стрижку для себя. На вершине популярности оказалась стрижка асимметричный боб с удлинением. Именно такой вариант стрижки сегодня пользуется огромной популярностью среди многих девушек и женщин. Это идеальная стрижка для полной формы лица, а также отличная прическа, которая позволит сделать образ более уникальным. Асимметрия подходит практически всем. Главное правильно подобрать стрижку. Именно асимметрия – это мега модный вариант. Асимметрия может быть реализована как за счет плавных переходов, так и создания рваного эффекта. Стильные короткие стрижки на полный тип лица добавят нотки свежести и уверенности в себе. Не отказывайте себе в удовольствии. Если короткие женские стрижки до сих пор были для вас неприемлемы, то как раз время попробовать и взглянуть по-новому, позволив себе большую роскошь изменить себя и свою жизнь кардинально. Модные короткие женские стрижки способны омолодить женщину, изменить имидж, придать шикарный образ и внести индивидуальность в свою внешность. Каждая представительница прекрасного пола мечтает максимально подчеркнуть свои достоинства и скрыть мелкие недостатки. В таком деликатном вопросе в ход идут все методы – от подбора правильной одежды до выбора идеальной прически, которая гармонично дополнит образ и оставит невероятное впечатление в глазах мужчин и окружающих. На сегодняшний день широкий ассортимент стрижек и причесок на полный тип лица позволит выбрать оптимальный вариант, который подойдет в каждом индивидуальном случае, выгодно подчеркнув вашу красоту и женственность. Дорогие красотки, желаем вам красоты и счастья. Надеемся, что видеообзор был вам полезен. Лучшая благодарность от вас – это поставить лайк и поделиться роликом с друзьями и родными. Благодарим вас, что досмотрели видео до конца. До новых встреч!